Для подключения бортового компьютера к автомобилю заглушите двигатель. Подключите разъем бортового компьютера в разъем диагностики автомобиля. В большинстве случаев колодка диагностики расположена под рулевой колонкой, в районе рычага стояночного тормоза, за перчаточным ящиком или сбоку от него. После подключения бортового компьютера запустите двигатель. Здравствуйте! В случае правильного определения протокола на дисплее должны корректно отображаться следующие параметры. Здравствуйте! Дисплей, параметры, обороты. Обороты двигателя 925. Температура двигателя. Температура двигателя 80. В зависимости от автомобиля и выбранного вами протокола возможно отображение разного количества параметров. Если протокол определился неправильно, необходимо выставить протокол вручную в соответствии с маркой вашего автомобиля. Для этого заглушите двигатель, подождите 20 секунд, монитор компьютера погаснет. Нажмите, удерживая 2 секунды, кнопку S. Дисплей установок. Управление. Два раза коротко нажмите кнопку «Вниз». Поправка. Источник. Нажмите кнопку «Set». Включение. Установка. Два раза коротко нажмите кнопку «Вниз». ЭБУ. Установка. Нажмите кнопку «Set». Два раза нажмите кнопку «Вверх». Нажмите кнопку «Set». ЭБУ. Установка. Нажмите кнопку «Вниз». ЭБУ. Установка. Нажмите кнопку «Set» и выберите протокол в соответствии с вашим автомобилем. Нажмите кнопку «Set». Подтвердите нажатием кнопки «Set». ЭБУ. Установка. Заведите автомобиль. Дисплей. Параметры. Проверьте показания параметров двигателя, обороты, температуру двигателя. Компьютер подключен к вашему автомобилю.